Господи Боже мой, на Тя уповал, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня в воскресенье, в день Святой Троицы, за богослужением читается Евангелие от Иоанна, глава 7, стихи с 37 по 52 и глава 8, стих 12. Послушаем это евангельское зачало в прочтении радиакона Свято-Троицкой Александра Невской лавры отца Александра. «Последний день великий праздника, стояши Иисус из вашей глаголя, аще кто жаждет, да придет ко мне и пиет. Веруя в мя, якоже рече Писание, реки от чрева его истекут воды живы. Сие же рече о Духе его же хотяху приимати верующие во имя его. Не убобе Дух Святый, яко Иисус не убе прославлен». Мнози же от народа, слышавши слово глаголуху, «Сей есть воистину пророк». Друзей глаголуху, «Сей есть Христос». Овие же глаголуху, «Еда от Галилеи Христос приходит». Не писание ли рече, яко от семени Давидова и от Вифлеемской веси, и де же бе Давид, Христос приидет. Распри же бысть в народе его ради, нецы же от них хотяху яти его, но никто же возложи нань руце. Приидоши же слуги ко архиереям и фарисеям, и реше им тии, почто не приведости его. Отвещаши слуги, николи же тако есть глаголол человек, яко сей человек. Отвещаши оба им фарисеи, еда и вы прельщени бысти. Еда кто от князь верова вонь или от фарисей. Но народ сей, и же не весь закона прокляти суть. Глагола Никодим к ним, и же пришеды к нему ночью един сы от них. Еда закон наш судит человеку, аще не слышит от него прежде, и разумеет, что творит. Отвещаше и рекоше ему, еда и ты от Галилеи еси, испытай и вишть, яко пророк от Галилеи не приходит. Паки же им Иисус рече глаголя, аз есмь свет миру, ходя и по мне, не имать ходите во тьме, но имать свет животный. Предлагаю прочитать вместе этот текст в русском синодальном переводе. «В последний великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав сии слова, говорили, «Он точно пророк». Другие говорили, «Это Христос». А иные говорили, «Разве из Галилеи Христос придет?» Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? И так произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. И так служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им, «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали, «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им, «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он». Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им, «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» На это сказали ему, «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я – свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме,
но будет иметь свет жизни». В последний великий день праздника Кущей при чтении закона и при совершении особых обрядов иудеи вспоминали все величайшие события народной жизни. Торжественным шествием они вступали в храм, что служило воспоминанием вступления в землю обетованную. По окончании утренней жертвы в храме народ со священником шел из храма к Силоамскому источнику. Там священник наполнял золотой сосуд водой и при радостных криках толпы, звуках труб и кимвалов относил его в храм, восходя с ним к жертвеннику всесожжения, совершая жертву возлияния. Священник выливал из сосуда воду. Этот обряд был установлен в воспоминании того события, как странствовавшие в безводной пустыне иудеи изнемогали от жажды, а Моисей по повелению Божию поднял руку, ударил жезлом своим в скалу и извлек из нее источник воды. Уподобляя каждого верующего в него скале, источающей воду, Спаситель говорит об озарении верующих благодатью Святого Духа. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого». Всякий верующий во Христа сам станет источником благодати, которая будет утолять духовную жажду всех ищущих спасения. Свершилось же все это лишь после вознесения Спасителя в этот день, в день Пятидесятницы. Святой праведный Иоанн Кронштадтский пишет: «С того времени вошел Дух Святой в мир, иной утешитель, кроме Господа Иисуса Христа, равносильный Ему, равнославный и сопресносущный Ему и Богу Отцу. Иисус Христос, совершив дело спасения человеческого рода через Свое воплощение и житие на земле, через Свою проповедь, бесчисленные чудеса, благодеяния страждущим, через страдания, смерть и воскресение из мертвых, вознесся на небеса к Отцу и вместо Себя послал от Отца Духа Бога, да устрояет Он дело спасения человеческого, ибо три лица в Боге единодушных и нераздельных, и каждое равно участвует в спасении человеческого рода». Одним из главных событий на празднике Кущи было напоминание о том, как чудесный огненный столб освещал в пустыне путь иудеям и привел их в землю обетованную. То был свет, руководивший только иудейским народом и направлявший лишь его к лучшей, чем в Египте земной жизни. Христос же пришел указать не одним иудеям, а всему миру путь к блаженству вечной жизни, а потому обратился к слушающим Его людям со словами: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Александр Павлович Лопухин поясняет: «Христос, называя Себя светом, хочет сказать этим не только то, что Он есть носитель божественной спасительной истины, но и то, что Он в силу Своего теснейшего единения с Отцом есть первоисточник всякого света в мире, что от Него идет не только истинное боговедение, но и зависит вся духовная жизнь человека, который иначе, без Христа, ходил бы в темноте». Нам же, дорогие братья и сестры, следует помнить, что свет жизни исходит от жизнеподательного источника Пресвятой Троицы. Лишь будучи послушными небесной мудрости Отца и Сына и Святого Духа, мы можем войти в славу Бога, уготованную любящим Его прежде создания мира. Помогай нам в этом, Триединый Господь! Господи Боже мой, на Тебя.